Про Путина. Когда его не станет, насколько быстро произойдет вот эта отмена культа личности? Значит, будет объявлен, значит, обратная программа, что мы, значит, все были... Нет, не будет такого? Я не считаю, что есть культ личности Путина, не считаю. Культ личности Сталина был, определенный культ личности Брежнева был. Ну, мы же должны быть честными, справедливыми. Культа личности Путина нет. Есть культ, знаете чего, культ русского шовинизма, великодержавного этого. Может, это культ страха? Нет, это культ глупости, это культ, знаете чего, того, что российская пропаганда годами вдалбливала россиянам. Вы знаете, Геббельс же говорил, дайте мне доступ к средствам массовой информации, я любую нацию сделаю, как там, я не хочу переврать Геббельса. Но то, что они сделали в информационном плане, ну это выдающаяся работа. Они оболванили миллионы людей. Миллионы россиян, у них в голове вместо мозгов каша, причем манная, мелкая такая. Им ничего невозможно доказать. Они не слышат, они искренне, многие искренне считают, что Украина управляется бандеровцами, фашистами. Они не заметили, как сами стали жить в фашистской стране, нацистской стране. Потому что режим Путина – это фашистский, нацистский режим, абсолютно. Тут даже мыслей никаких нет. Когда российская военная машина молотит, стреляет по роддомам, больницам, домам престарелых, детским садикам, школам, по мирным домам многоэтажным. Это же чистый фашизм. Чистый, настоящий, неприкрытый фашизм. Но они этом, это не хотят понимать. При этом они на чистом голубом глазу говорят, но мы на Украину не нападали, говорит Лавров. Или там работают высокоточно все их пресс-секретари. Знаете, в чем проблема? В чем проблема России? Что об этом говорит не только Лавров, об этом говорят простые россияне. Они верят в это. Они совершенно четко считают, что вот вся проблема в Украине, что Украина хотела на них напасть. Ну, в голове каша, я же сказал, что о них говорить. Это конченная страна, конченная, в которой есть, безусловно, какой-то процент светлых, умных, нормальных, порядочных людей. И смотрите, я никогда не позволяю себе говорить плохо о народах. И это невозможно. Но я говорю о государстве. Это конченное государство Россия во главе с конченным Путиным, во главе с этой кликой его. Это отвратительные люди, на руках которых кровь украинцев. Кровь. Это убийцы. Дмитрий Ильич,